В 25-м курсе мы с вами, друзья, продолжаем писать социальную сеть на Django 2. И мы с вами напишем представление для вывода всех пользователей и для вывода одного пользователя. Пока без HTML в следующем курсе будем вставлять. Но мы с вами написали и проверили. То есть страница показывается. Далее добавим юзернейм пользователя. У меня он root называется. Тоже показывается. То есть страницы будут работать. Добавим HTML, будет отображаться. Для тех, кто начал с этого видео, Python Django, начало Django, изучение на сайте spb-tut.ru. Ссылка на курсы и на начало обучения есть в описании видео. Спасибо, все получится.